Так, под веселые мотивы французских песен и аромат роз открылся третий гипермаркет «Ашан» в Самаре, в торговом центре «Московский». Сообщить лично радостную новость жителям губернии приехал директор «Ашан России» Жан-Пьер Жермен. Я рад приветствовать вас всех здесь, на открытии 55-го магазина «Ашан» в России. Здесь, в торговом центре «Московский». Обслуживает новый магазин 450 сотрудников. На 10 тысячах квадратных метрах десятки отделов и 30 тысяч наименований товаров. Главной особенностью этого гипермаркета станет расширенный рыбный отдел. Как и в двух других магазинах в Самаре, здесь у нас есть традиционный рыбный отдел. Но помимо того, что тут есть рыбный прилавок с большим выбором охлажденной рыбы, мы предлагаем огромный ассортимент копченой рыбы. Магазин сразу же оценили жители близлежащих районов, а также работники торгового центра и соседних предприятий. Я-то живу на металлурге, но я работаю на автомобильном рынке. Поэтому, в общем-то, удобно. Нам это очень удобно. Большой ассортимент товаров здесь, можно все выбрать. Как говорится, зайдешь, и не надо ни в другое место куда ходить, сразу здесь можно все приобрести. По словам представителя «Ашан», в следующем году гипермаркет французской сети откроется в Тольятти. Светлана Гордеева, Андрей Семочкин, Андрей Фомин. Специально для 63.ру.